Под председательством первого заместителя главы администрации муниципального образования город Хасаэль Бадыра Ахмедова состоялось совещание аппарата администрации. В связи с профессиональными праздниками, почетными грамотами были поощрены представители управления торговли и коммунального хозяйства. По завершении церемонии награждения, приступая к рабочей части собрания, Ахмедов попросил отчитаться руководителей управлений, ведомств и муниципальных служб о проделанной работе за прошедшую неделю. В первую очередь затронув вопрос о неформальной занятости населения и постановке лиц на налоговый учет. С основным докладом выступил заместитель главы администрации Тагир Гаджиев и озвучил перечень проведенных мероприятий в данном направлении. Набережная улица Махачкалинское шоссе. Очищена полностью проезжая часть. Там наведено порядок. Я думаю, что мы этот порядок передадим городскому отделу внутренних дел. Милиция, наверное, будет проводить там свои рейды последующие. Вот. Будет контроль участковые и работники милиции. Патруль будет на этих улицах. Вот. Я думаю, что теперь остается только за работой городского отдела внутренних дел. В продолжении совещания с докладом о проделанной работе по вопросам благоустройства и санитарного состояния города выступил главный инженер коммунального хозяйства Султанпаша Саидов, обозначив, что все намеченные задачи выполняются. Также Саидов в своем выступлении затронул тему реализации муниципальной программы формирования окружающей среды, согласно которой субсидируется город. Программа включает в себя благоустройство дворовых территорий, многоквартирных домов и, значит, благоустройство общественных территорий. Это, значит, территории, парки, скверы, бульвары, набережные, автомобильные дороги, которые, где оживленное движение, проект, программа, он же сформирован. Поэтому здесь не только, которые входят в этот состав комиссии, всем необходимо посмотреть, ознакомиться. Там все, значит, вопросы, которые могут возникнуть, дается разъяснение, порядок, все против в этом решении этой программы. По завершении собрания был затронут вопрос о деятельности управления культуры, где Рамазан Чарихов озвучил, что вся проводимая работа ведется с целью выявления творчески одаренной и талантливой молодежи города. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».